Музыка, танцы, народные костюмы. Масленицу у Бресте починають святкувати широко. 7 днів на то, как провести зиму. Тут страви на любий смак. Узбекский плов, смажені каштани і головний почастунок – блини. У городі усталявано некілька святочних пляцовок. Не обійшлося і без атракціонів. Це дуже старинний обряд, народний. Ми завжди раді ходити на Масленицу. Нам завжди подобається участвовать в забавах, развлечениях. И чтобы эта традиция никогда не прекращалась. Последняя неделя перед постом великим. Знаем, что всегда перед Пасхой вот такое прощенное воскресенье следующее. И вот знаем, что это разрешается вот сейчас пообщаться с близкими, с родственниками, за столом посидеть, попить чай с блинами. Сегодня пробовали блины, очень вкусные. Зробить подорожжа у Масленицу займальні допомогли конкурси і подарунки. Дорослі і діти знайшли собі забави для душі. Хто б'ється подушками, а когось вабить катання на кареті. Для кожного гэта спосаб павеселіцца. Берастейцы падзяліліся, з чым у іх асацыюецца свята. Масленица з їдой. Блини, мед, веселье, танцы, пляс. Это блины едят. Все традиционно такие блюда много. А каб не змерзнуть, головне не проходить мимо забаву и веселых гостей фестивалю. И я приехал, чтобы вас поздравить и погулять. Развітацца з зімой і чакаць надыходу вясны ў горадзе будуць цэлы тыдзень. Завершыць святкаванне традыцыйнае спальванне пудзілы.